Всех душу приветствую, дорогие друзья. Итак, 13:41, 11 июня. 11 июня. Время уже, считаю, уже день, 2 часа почти. Решили, в общем, съездить, копнуть с Андрюхой ненадолго. Вот топорик. Подвергся восстановлению с последнего копа, который был найден. Сейчас покажу. Вот так вот. Крутейший топорик получился. Пойдет в этих самых, в туристических, как говорится, в копорских целях пригодится. Можно еще какую-нибудь кобуру соорудить для него. И будет вообще огонь. Ну что ж, лопата наточена, топор наточен. Двигаем. Так, пробивка первого места, короче. У меня признаки ГВ. Где-то тут был гильзачок. А, вот. Гильзачок. Кайнок. Стандартная тема. Возможно, Андрюха тоже что-нибудь найдет. Тоже гильзач, да? О, слушай. Уже не зря. Что там? Пошло дело. Пошло дело. Может, этим пином зафигарить? Там, да, в лунке или что? Это пропал. Батарейка садится. О. Батарейка садится, а он гильзач, ну. О, пойдет. Так, а ГВ-то, блин. ГВ-то. Идет. От шрапнельного снаряда запчасть. Ага. Слушай, блин, ГВ пошло. А? Ага! Тоже, говорит, что-то нашел от снаряда. Я сначала кольцо поднял. Покажи. Кольцо. Угу. А вон, под корнем, смотри. О, походу колпак. О, а еще запчасть, смотри. Угу. А стакана нету? Нет, стакана нету. Стакан у меня там. Да, сейчас пойдем снимать. О, все. Все. Ну что там у тебя? Глубоко лежит, да? О, стакан, блин. В натуре стакан. Глубоко лежит. Глубоко. Оттуда воткнулся. Да хз. Может, вертелся по всякому. Он же в воздухе шрапнелью-то выстреливает. Ну, да, и так. Это знаешь, когда мы последний раз стаканы копали? В 13 году. Ну там. Это, блядь, 8 лет назад. Я хотел бросить копать, думаю, да как это железа к нему занять, блядь. У меня только один целый стакан. Интересно, целый нет? Хоть бы целый, блин. Да, удачно мы нашли место, блин. Слушай, надо сюда еще будет съездить. О, походу целый, блин, смотри. Что, ходит, нет? Попробуй подцепить.
красота. Красота, блин. Ну, момент истины. Долго здесь лежал, блин. Ой, красота, блин. У меня только один целый, блин. Это какой уже у тебя будет по счету? Третий, четвертый? Третий. Да. О. Ну, блин, ну не зря сегодня поехали. Ничего нету. Хороший, хороший. Почистится. Хороший, да. Сейчас была 20-ка, 54-го, но не стал снимать. Тут вот что-то есть. Еще какой-то совет. О, желтый. Ну-ка, что там? Фу. Трешка. 53-го. О. Нормально. Советы-то, блин. Прут и прут. Так, 54-й. Ну и никель. 55-й какой-то там. 53-й. Ну что ж, подведем итог сегодняшнего мероприятия из этого манежевого леса. Кстати, надо будет в следующий раз в ту сторону сходить. Так, ну что ж. Вот такая вот тема. ИГВ советы по красоте. Кстати, вот странно, да? Че, колпака-то нету, почему, блин? Сейчас эта штука. Ну, мне-то, наверное, рядом упал. Не зацепил, блин. Ну, грязач. Советы. 15 штук советов. Кстати, удила попались, кусок удил. Что там у Андрюхи? У Андрюхи вообще по красоте. Вообще по знатности. Стакан. Да. Гражданочка прет. Вот это, по-моему, тоже. Это зашибись. Слушай, вот это тоже, по-моему, да, что-то такое по гражданке? Мне кажется, да. Знатно. Итак, добрался до дома, значит, подведем же итог сегодняшнего мероприятия. Да, кстати, заехали сейчас на еще одно место, пробили. Там стояли избы, но травище вообще. Особо ничего не нашел, кусок ложки медной только нашел. Подведем же итог сегодняшнего моднейшего мероприятия. Значит, вот такой вот мешок шмурдичка всевозможного. Давайте высыпем. И посмотрим. О, нормально, нормально вообще. Посмотрим, что там у нас удалось раздобыть. Такая вот крутейшая. Какая-то, блин, сковородка. Что это такое? Алюминиевая, в общем. ГВ по ГВ вообще зачет сегодня. По ГВ зачет. Стакан, конечно, только у Андрюхи. У меня только вот эти штуки попались. Гильзача дофигища. Советов нафигарил. Да, последнее место тоже вот гильзач штук 10 поднял. Гильзачонка, так сказать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Так. 14 советов, да? А, нет. 15, 16. 16 советов, да? 16 советов. Таких крутейших. Попались. О, желтизна. Нормально. 48-го. Двушка. 50 какой? 53-й, 54-й. Не все выкапывания снимал, неохота уже было. Так, 53-й, ну и вот эти.
Как-то так, дорогие друзья. До новых встреч. Неплохо. Надо будет еще в том лесу походить.